Наши дорогие, любимые женщины, я хочу поздравить вас от всего нашего коллектива и от себя лично с этим прекрасным весенним праздником, днем 8 марта. И хочу пожелать вам главное, чтобы вы были здоровы, чтобы все ваши близкие, родные, люди, которые вам дороги, тоже были здоровы и счастливы. Потому что для вас, для наших российских женщин, самое главное, чтобы в семье и среди близких было доброта, здоровье и уют. Я хочу пожелать вам, чтобы ваши дети и ваши мужчины вспоминали о том, что нужно вас поздравить, поблагодарить, сказать вам теплые слова не только 8 марта, но каждый день. Я хочу пожелать вам, чтобы над нашей страной было мирное голубое небо, а в вашем доме был достаток, чтобы вы не беспокоились о мелочах, которые на самом деле должны решать мужчины и власть, которая взяла на себя какую-то ответственность за страну. Счастья вам, здоровья и всего самого хорошего. С 8 марта.